Всем привет, это Джаред. Прошло уже много времени с момента выхода моего последнего видеоурока. Я очень рад вернуться к вам снова. И многие из вас спрашивали меня, почему ты не выкладываешь новые уроки? Ну, на это у меня есть несколько причин. Первая из них — это то, что я был занят работой с лучшими преподавателями по ударным в мире. Снимаю уроки для Драмио, и многие из этих уроков уже доступны общественности. Другая причина моего отсутствия — моя семья. У меня двое маленьких детей, красавица жена, я очень занят. Надо воспитывать детей, делать семейные дела. Ну и третья причина, из-за которой я сделал перерыв в съемках видеоуроков, это то, что я должен тренироваться сам. Я чувствую, что если непрерывно вас учить, снимая видеоуроки, то у меня не хватит времени для самостоятельных занятий с различными преподавателями из Драмио. Ведь мне нужно тоже работать над собой как музыканту и барабанщику. И поэтому я репетировал. Я искал что-то для себя и для моих онлайн-учеников. И сегодня я вернулся после некоторых упражнений на независимость. Я очень рад поделиться ими с вами. Когда вы смотрели вступление, вы, наверное, подумали что-то типа: «Вау, это звучит достаточно сложно, как же он это делает?» Я гарантирую вам, это не так сложно, как это кажется и звучит. Но прежде всего, мы должны разбить это на три упражнения. Первое из них — это всего лишь простое упражнение с использованием восьмых нот, и оно идеально подходит любому барабанщику, который хочет проверить свою независимую координацию. Итак, давайте посмотрим, что же оно из себя представляет. Если вы посмотрите на упражнение, и я уверен, что оно сейчас появится, вы увидите восьмые ноты основного грува, в котором правая рука играет на райде и на напольном томе. Итак, райд, том. Райт, том. Раз, и, два, и, три, и, че, и. И левая рука, она просто бьет в малый барабан на счет два и четыре. Затем левая нога считает все слабые доли на и. Раз, и, два, и, три, и, че, и. Для демонстрации этого я буду играть левой ногой в педаль вудблока, потому что так вам будет это лучше слышно. Я начну с темпа в 60 ударов в минуту. Когда будете заниматься этими упражнениями на независимость, всегда обращайте внимание на исполнение в медленных темпах и пробуйте найти опорные точки внутри грува. Как вы заметили, моя правая рука и моя левая нога всегда играют одновременно. Это пример того, как вы можете развить свой мозг, когда вместе с ударом в напольный том правой рукой вы наносите удар еще и левой ногой. Следующее упражнение, которое я использовал в интро к этому видео, вернее, использовал различные вариации этого упражнения, оно сейчас написано на экране и имеет более стандартный вид, и его можно сыграть на любой ударной установке. Я добавил на свою ударную установку ковбелл и вудблок, потому что они мне очень-очень нравятся, но у большинства их нет. И все просто, вы можете использовать райд, все томы и хай-хэт. Как мы видим, тут написан трехтактовый рисунок. Три части в нем, потому что так будет правильнее показать, как правая рука будет играть ведущую партию. И как я сказал, мы будем использовать группы из трех нот. Первая на райде, затем высокий том, а за ним напольный том, ну или средний том, если он у вас есть. Я буду играть очень-очень медленно, и вы считаете вместе со мной, и тогда вы увидите, как этот грув разложен. Раз, ти, ка, та, два, ти, ка, та, три, ти, ка, та, че, ти, ка, та. И это очень важно, когда вы начнете разбирать этот грув. Начните 16-х. Раз, ти, ка, та, два, ти, и так до конца. Просто считайте их, вы будете знать, где находится счет 2 и 4 в каждом такте. Следующим шагом будет просто добавление малого барабана на счет 2 и 4. Yeah.
Когда вы освоитесь с этим, просто добавьте бас-барабан на счет раз и счет три. Итак, теперь идет самая сложная часть. Занимаясь, я обратил внимание, что левая рука большую часть времени ничего не делает, и мне это показалось довольно вялым и скучным. Знаете, это как когда ты работаешь с командой людей, но есть такой человек, который не работает как все, а просто просиживает штаны постоянно и приходит лишь иногда на пару минут, чтобы немного помочь. Такие же ощущения у меня были про левую руку, поэтому я хотел, чтобы она была немного занята и могла играть на слабой доле. Ну и я подошел такой к левой руке и говорю: «Вы слишком много отдыхаете, не могли бы вы заняться чем-то полезным, например, на слабых долях?» На что левая рука вежливо согласилась. Итак, я просто начал играть в мой хай-хэт, постоянно на счет «К», приоткрывая его. И вот что у меня получилось. И вот мы получили этот простой грув, в котором правая рука делает последовательный 16-й, в то время как левая рука только делает вид бурной деятельности. Бас-бочки играет на счет раз и три, а малый на 2 и 4. И вы знаете, что это не так сложно, но звучит очень круто. В интро я всего лишь перенес удар левой руки с слабой доли на ковбелл, а левая нога била в вудблок на сильной доле. Раз, два, три, четыре. И это все отличия от того, что я вам показал. Окей, давайте перейдем к упражнению 3. И оно снова выглядит странно со всеми этими ударами по томам, но на самом деле это всего лишь одиночный парадитл. Сперва я покажу это на 60 BPM, а потом мы это обсудим. Что же я тут делал? Я просто перемещал свои руки между различными частями установки, и это слышится сложнее, чем играется на самом деле. Как вы видели, я просто играл одиночный парадидл. Я знаю, что это звучит просто как один из миллионов уроков одиночных парадидлов, да? Я просто раскидал все по установке, вот и вся фишка. Вы можете сами разложить это по разным частям установки. Я, например, перенес левую руку с хай-хета на ковбелл, а левую ногу на вудблок. И теперь могу сыграть фантомные ноты на ковбелле. И в целом получил вот такое звучание. Таким образом, используя некоторые шаблонные рисунки или заполнения, которые вы знаете, и просто разложив их по разным частям установки, вы можете сделать свое звучание интереснее. И очень часто бывают ситуации, когда группа просит исполнить что-то оригинальное, ведь они не хотят быть группой типа copy-paste. Так что вы можете что-то изменить и сыграть по-другому, чтобы не копировать в точности эти примеры, либо вдохновившись этими упражнениями, вы можете создать что-то свое. В любом случае, вы будете в состоянии придумать что-то новое, свежее, и это будет именно ваше звучание. Итак, это были несколько простых упражнений на координацию, которые звучат сложно. И в течение последних 2, может 3 лет я работал над огромным проектом, и теперь очень взволнован, что могу им поделиться. Я знаю, он точно понравится вам. Мы запускаем его 1 января 2017 года, в полночь. Я размещу ссылку под видео, там вы можете зарегистрироваться, и мы пришлем вам email, когда все будет готово. Убедитесь, что вы прошли по ссылке. Убедитесь, что вы зарегистрировались, и будьте уверены, вы услышите меня скоро.